Прости, сестра машина. Мне придется вновь тебя эксплуатировать. Ну, наконец-то. Фу, что за санина? Сраный скупердяй, ты опять сэкономил на соевом молоке и купил обычное? Драка, не капризничай. Неужели ты сама не понимаешь, что дракон-веган — это абсурд? Как блогер-интроверт или рэпер-китаец. Или как стартапер, который питчит проект без NDA? Хотя нет, это даже не абсурд. Это эпичный проёб. Я не мог предвидеть, что Ноппер кинет нас из-за кассеты с порнухой. В любом случае, подобного больше не повторится, потому что мы все подпишем вот это. Все, созданное в рамках работы Startup Lab, является собственностью главы компании, то есть вашего покорного слуги, и не может быть передано кому-либо без его официального согласия. Отправляем на печать. Заебись. Спасибо тебе, соево-молочная истеричка. Теперь я не могу распечатать документ, который ты, кстати, должна подписать. Держи. Можешь напечатать здесь любой свой бред. А я сваливаю в отпуск. Прямо сейчас. Кстати, это я заберу с собой. Ты что, совсем спятила? Это же мой ноутбук с ключами и паролями от всех сервисов. Вот именно. Так что у тебя не будет возможности еще чего-нибудь нахуевертить. Идите нахер, задроты! Ну и как там? Нет, нет. Нихуяшеньки похожего на этот знак. Ты все неправильно понял. Я понял, что вы поладили, и это главное. Так что все окей. Как дела с Галанетом? Никак. Если совсем коротко, чтобы обработать данные о всех частицах видимой вселенной, нужно нечто большее, чем сама эта видимая вселенная. И что, по-другому никак? Нет, никак. Хотя... возможно, с этим справится вот этот дельфин из Джонни Мнемоника. Что? Вся работа состоит из-за какой-то рыбы? Нет, не рыбы. Из-за млекопитающего. Вообще-то это сверхсекретная правительственная разработка. У этого дельфина мощи больше, чем у всех компьютеров вместе взятых. Раньше нельзя было сказать? Ну что ж, окей, будет тебе дельфин. А пока срочно почини Юди. У него в очереди на печать застряли чрезвычайно важные документы. Отлично, теперь пусть каждый это подпишет. Можете даже не читать. Та-дам! Дельфин-мегамозг к вашим услугам! Кто молодец? Рок молодец! Вперед работать над Галанетом! Да это же Снежок из местного дельфинария! Привет, Снежок! Это обычный VR-шлем. Старая модель, к тому же нерабочий. Ебутся мишки! Я отдал за эту рыбу половину инвесторских денег! Блядский Даркнет! Больше никогда ничего там не закажу! Создадим свой, когда поправим материальные дела! Материальная материя... темная материя! Известно, что Вселенная состоит из видимой и темной материи. Темной материи по объему 5 раз больше, чем видимой. Элементарно! Чтобы обсчитать все частицы видимой Вселенной, мы должны использовать ее большую невидимую часть. Сделаем мегапроцессор, работающий на темной материи. Разъеби меня в качель. Корни, это же реальный ключ к созданию Галанета. Мультигалактический мегапроцессор на темной материи. Гениально! Чёрту Галанет! Теперь мы делаем Даркнет 2.0. Теперь мы здесь! Если ты думаешь, что задача упростилась, то это ни хрена не так. Сделать мегапроцессор — это как 2 пальца обоссать. Но темная материя — это полная жесть. Неизученная, непредсказуемая и дико опасная. Лучшие умы мира тщетно бьются над решением этой проблемы. У них просто не было достаточной мотивации. А я не куплю тебе выпивки, пока не решишь эту проблему и не оседлаешь эту темную хуйню. Вот ты уёбок. Ну а мы пока займемся пресейлом нашей уникальной технологии, которая изменит этот мир.
Нет, это презентация темной материи. Все должно быть черное. Черные стулья, черные стены, черные цветы. Все как будто из темной материи, ясно? Все будет? Таких, как я, будет еще 6 штук. Рок, это же просто преза. К чему все это? Как говорится, либо все, либо ничего. И я не вернусь домой без шикарных предпродаж. И не переживай, денег, оставшихся после покупки дельфина, хватит на целых 17 минут аренды зала. Нельзя! Я занят! Дай мне еще одну минуту! Да ебаный рот! Прошла уже неделя, и ты каждый день обещаешь вот-вот закончить! Нопер, у нас презентация уже через час! Неделя прошла? Нихуя себе! Твою мать, если ты не откроешь сейчас же! Ну все! Моджо! Похоже, я немного квантово запутался. Процессор еще не доделан, но я тут поковырялся в пространстве и сумел раздобыть немного темной материи. Корни, начинай без меня, я скоро буду. И таким образом, используя темную материю для нашего уникального мегапроцессора, мы создадим коммуникационную сеть не просто глобальную, а вселенскую! Вы, может, не расслышали? Мы уже фактически сделали вселенскую сеть! Это прямо следующий технологический уровень! Темная, сука, материя! Ладно, попробуем впарить эту ёбань Дэвиду Блейну. Может, хоть что-то отобьём? Прошу прощения, меня зовут Паблито. Святой Паблито. Признаться, я очень заинтригован, и у меня для вас есть предложение. Кроме воды ничего не нашлось. Но вы же верите в чудеса, не так ли? Боже мой! Нет, он здесь точно ни при чем. Это всего лишь сухой винный концентрат в рукаве. Раньше такие трюки работали безотказно. Но в эру хай-тек нужно что-то покруче, чтобы не потерять паству. Именно поэтому меня заинтересовал ваш Darknet 2.0. Если ваш мегапроцессор будет использовать более 3/4 всей Вселенной, то на таких мощностях можно будет... найти самого Господа Бога, найти и связаться с Ним. А возможность онлайн-контакта с Творцом — это гарантированное возрождение Церкви. Да, воистину мессианские амбиции. Но нам бы, если честно, хотелось обсудить проблемы хлеба насущного. Да, конечно, перейдем к нашим овечкам. Божественное ICO. Под проект Darknet 2.0 мы запустим благочестивые токены HolyCoin. Я сагитирую верующих со всей округи покупать их, создав таким образом первоначальный трафик покупателей. Это сформирует цену на токены и обеспечит ее дальнейший рост. Падре звучит крайне убедительно. Я согласен. Аллилуйя! Тогда, чтобы не тянуть, давайте сразу заключим соглашение о сотрудничестве. Ебаные гуси! Я вспомнил, что у меня сейчас нет доступа к моей цифровой подписи. Во-первых, не упоминайте гусей в святом месте. А во-вторых, мне будет достаточно подписи, сделанной вашей кровью. Говно вопрос! Стой! Драка просила ничего без нее не подписывать. Драке не нужно отчитываться перед инвесторами. А и таблетки памяти ей тоже не нужны. А мы можем упустить свой божественный шанс, пока она отдыхает хрен знает где. Да, таблетки, ты прав. Ну что, мы договорились? Мы в деле. Как конфетку у ребенка отобрать? И все-таки я не уверен, что мы поступили правильно. ICO, токены. Ты вообще знаешь, как это работает? Конечно. Окей, Блюбле, как запустить токены? Вот что я нашла. Для официальной работы необходимо зарегистрировать токены как ценные бумаги. А для этого нужно получить... Но ты же понимаешь, это если все делать строго по закону. А как еще? Или по закону, или вообще никак? Нельзя искать Бога, имея за душой какие-то темные секреты. Ох, Корни, однажды поймешь, что законно не значит правильно. Но если тебе так сралась эта законность, пожалуйста, сам занимайся регистрацией в SEC. Я даже не знаю, как эта хрень расшифровывается. Давай, двигай жопой, водила-недоучка! Я думал, ты знаешь, как все это работает.
Ох, дай-ка мне. SEC — это комиссия по ценным бумагам. Регистрация токенов доступна только через онлайн-систему Edgar. У нас же есть электронный идентификатор? Заебал ты! Проезжай давай! Чего? Конечно, есть. Но он же на ноутбуке у Драки. Значит, надо найти Драку и вместе с ней все разрулить. Где тебя водить учили, долбоеб? Да, ты прав. Надо рассказать Драке всю правду. И про Паблита, и про ICO. Я рад, что ты согласен. Хотя, подожди-ка. Если Драка узнает, что ты подписал договор без нее, твой ноут сгорит в пламени ее гнева. Тогда не будет ни Holy Coin, ни Darknet 2.0, ни таблеток памяти. О, это очень плохой сценарий. Вот я и думаю, как же отправить заявку, не вызвав этим гнев Драки. Да. Та еще задачка. Если только взять ноутбук, не говорят Драке, зачем. Но. Вау! Если ты считаешь это единственным возможным вариантом, возможно, ты прав. Короче, надо действовать. Да, пожалуй, надо найти Драку. Давай подумаем, отпускных я ей не давал, а без денег она могла разбить лагерь на автобусной остановке или поехать в деревню к своим предкам. Так что. Но меня она явно не будет рада видеть во время отпуска. А тебе понравится. Там по-своему кайфово. Вот же темень. Скверно! Богомерзость! Убить грешника! Нет, пожалуйста, я пришел с миром! Грех! Разбейте прямоугольник дьявола! Эй, мой блюфон! Уничтожить! Драка? Да, Драка, тупой урод. Или ты приперся сюда, чтобы испортить чей-то еще отпуск? Прости меня, просто Року предложили выгодную сделку, и он послал меня за тобой, потому что без тебя никак. Он отправил к тебе, чтобы. Ой. Да ладно. Но кто бы мог подумать? Я честно не планировал склеить ласты где-то на ферме. Да, ты уже давно был бы трупом, если бы ты не был моим парнем. Что? Похоже, моя амнезия усугубляется. Мы с тобой. Фу! Нет! Я сказала так, чтобы тебя не убили, дебил! Короче, я готова прервать отпуск и спасти задницу Рока, но в городе я буду только завтра. Сегодня у нас праздник. А что за праздник? Праздник называется День Великого Перерождения. Он случается раз в 50 лет и отмечается только здесь, в нашей единственной церковной общине. Единственной? Я помню как минимум 6 церковных общин между нашим домом и Старбаксом. Нет, наша община называется Церковь Старых Добрых Дней. Старых Добрых Дней? Проще говоря, это культ настоящих реднегов, построенный вокруг отрицаний цифровой эры. Ну все, пока. Надеюсь, Рок дал тебе денег на обратный проезд. Не забудь свой блюфон. Ты что, привезла с собой ноутбук сюда и хранишь здесь? Шш! Драка, ты чем думала? Ты же нас всех подставляешь. Там же цифровые ключи, все пароли, все документы. Если ноут найдут, его же зажарят, не раздумывая. Если бы я его оставила, нас бы тоже всех Рок давно зажарил. Слушай, надо увезти отсюда ноутбук. Я обещаю, что не дам его Року до твоего возвращения. Ладно, но поверь мне, если ноут окажется у Рока, я засуну твой Рок тебе же в задницу. Пойдем. Все чисто. Иди за мной. Ох, а что на всех этих кассетах? Сериал «Путеводный свет». Все 18262 серии. Главный элемент здешнего культа. Мои родители — верховные жрецы. Вот уже 50 лет местные собираются каждый день в одно и то же время и смотрят очередной эпизод. И сегодня в нашей общине просмотр последней серии 72-го сезона. Завершение временного цикла. А потом? Потом главный священник следующего поколения реднеков запустит первый эпизод первого сезона и будет дан старт следующему 50-летнему циклу «Великое перерождение». И да, представитель нового поколения жрецов — это я. Вот это шиза! С ума сойти! Да, это полная шиза. Но я не могу подвести родителей. Хотя, как ты понимаешь, мне вообще насрать на весь этот непутевый свет. Что? О, мам, пап! Знакомьтесь, это Корни. Я вам про него говорила. Ты! Это здесь? О, нет! Я потушу! Виу, виу, это Корни. Виу, виу, вам поможет. Ну, вот и все. Последний 72-й сезон, последняя серия. Великого перерождения не будет.
Это ты во всем виновата! Ты привела в наш дом этого дебила! Дура! Я? Ну все, с меня хватит! Всю жизнь я была хорошей дочерью, но слышала от вас одни лишь упреки. Я сваливаю из этой дыры, и больше вы меня не увидите! Драко, стой! Это просто эмоции. Я бы все отдал за то, чтобы найти своих родителей, а у тебя они есть. Живые, здоровые, ну, хотя бы физически, и любящие. По-своему, конечно. Твою ж мать! Оставьте меня. Папа, держись, мы что-нибудь придумаем, и праздник состоится. Боюсь, это невозможно. Все кассеты только в одном экземпляре. Да, но ведь есть интернет. Причем тут это цифровое порождение зла? Там сплошь разврат и глумление. В этой клоаке нет места священному сосуду путеводного света. Если честно, насчет клоаки можно и согласиться. Но путеводный свет там есть. Бог ближе и современнее, чем вы думаете. Возьмите наш буклетик и узнайте о воистину божественных технологиях. С таким маркетингом даже стартап «Второе пришествие» кажется более перспективным. Дай-ка сюда. Самая желанная вебкам-модель «Бог» скоро в твоем чатике. Вложись в Холикоин и взлетишь с ним до самых небес. Свет в конце туннеля. Это Darknet 2.0. Связь со всей бесконечной вселенной. Юди, сообщи инвесторам, что я через пару минут наберу. Поделите там как-нибудь между собой. Старик, вытаскивай меня отсюда! Мы зря в это ввязались! Темная материя — это реальная жопа ящика Пандоры! Не горячись, у нас все на мази! Тебе просто нужно немного времени! Какое к черту время? Здесь его вообще не существует! А я-то что могу сделать? Не я же тебя квантово запутал! Нет, но попробуй найти настоящего дельфина и Джонни Мнемоника! Он должен помочь! Окей, считай, что и рыбку съел, и нахуй сел. Вау, неужели вы звоните нам, а не мы гоняемся за вами? У меня есть сногсшибательные новости о нашем проекте. Я эффективно стартовал продажи. Я нашел бизнес-ангела, и знаете где? В церкви. Да, братья и сестра. В общем, мы со святым Паблито запустили ICO и выпустили токенов на невъебенный хулиард баксов. Погодите, давайте разбираться. Вы без нашего ведома влезли в ICO, привлекли стороннего криптоинвестора, втянули в проект религиозную организацию и набрали обязательств, когда проект на нулевой стадии. Да, мы настолько круты, что сделали это... Хотя из ваших уст это звучит почему-то не совсем так оргазмически круто. При этом токенов продано на огромную сумму, а технологии, которую вы всем пообещали, по факту нет. Она есть! Почти! Наш инженер уверяет, что все будет готово буквально вот-вот. Мы думали, что, подписывая договор, вы осознаете всю ответственность, которую принимаете? Конечно! Я его внимательно изучил. Тогда для вас не будет сюрпризом пункт о лишении вас полномочий гендиректора и исключении состава акционеров компании. Что? А инвестиции и инвестиционный интерес мы вынуждены забрать вашими токенами. И под этим вы тоже уже подписались. В общем, они хотят забрать все наши токены. Выходит, на момент подписания нашего соглашения вы уже были связаны обязательствами по этому проекту с третьей стороной. Галанет стал Даркнетом 2.0, но юридически это ничего не изменило. Ваши инвесторы действительно имеют право на Holy Coins, впрочем, не меньше, чем я. И что, блядь, это все значит? Тише, тише. Это значит, что я все улажу. Мне только нужна встреча с вашими инвесторами. Мир тебе, сын мой. Братья и сестры, завершается большой 50-летний цикл старых добрых дней. Мы твердо стояли под натиском темных сил и выстояли, потому что с нами был путеводный свет. Насладимся же его последним лучом, чтобы приветствовать его обновленное перерождение. Да! Да!
Ну как, все готово? Надеюсь, у вас действительно что-то важное, раз мы здесь в такое время. Боже всемилостливый, конечно, это очень важно. Токены Холли Коин растут как на дрожжах, а в нашей хитросплетенной юридической ситуации это лишь обостряет конфликт. Знаете, Рок говорил, что вы бизнес-ангел, а вы, похоже, настоящий адвокат дьявола. Адвокат? Похоже, это дьявол собственной персоной. Амигос, как видите, все очень просто. У нас классический бизнес-треугольник, и третий здесь явно лишний. Кто это, по-моему, тоже очевидно. Это Рок. Что? Согласен. Тогда спросим мистера Рока прямо. Вы готовы отказаться от всех прав на проект галактической сети и покинуть пост гендира? Что? Вы хотите, чтобы я слился с крупнейшего проекта в своей жизни, который при этом находится на взлете? Я так просто не сдамся! Хорошо, и каковы ваши условия? Мне нужен дельфин из Джонни Мнемоника! Хорошо, сейчас посмотрю на закрытых аукционах. Нашел. Даже на $10 дешевле, чем золотой парашют. А вы готовы отказаться от парашюта? А зачем мне парашют? Я высоты боюсь. Давайте дельфина! По рукам. Закажу прямо сейчас на ваш адрес. Ну что ж, осталось подписать все бумаги. Час перед рассветом самый темный. Но скоро свет снова укажет нам путь. Главное — сохранять веру в себя и доверять путеводному свету. Слава путеводному свету! Пора, Драка, твой священный выход. Итак, пришло время для великого перерождения. Сейчас моя дочь запустит видеокассету с первой серии нашего священного сериала. Путеводный свет! Новая вселенская сеть, работающая на темной материи, позволит нам выйти на прямую связь с Богом. Рок, вкладывайтесь в Darknet 2.0, и тьма станет для вас путеводной! Ересь, безбожники! Они облучат всех черно-квантовым излучением с 6G вышек, и все станут частью дьявольской черной сети. Вместо нового цикла наступает апокалипсис. Мы должны его остановить. Убить его! Да, надо убить его! О, нет. Что же делать? Спасать Рока! Если не хочешь, чтобы он стал мучеником своей несуществующей религии. Прости меня! Я соврал тебе про цель своего приезда. Мне нужны были цифровые пароли на ноутбуке, чтобы закрыть сделку. Напомни мне, чтобы я тебя потом убила. Вот их, черт многого. А вот и он, бес из рекламы. Ребята, это недоразумение. Я просто актер, снявшийся в рекламе. Не тратьте на меня время. Реальные хозяева проекта там, внутри так называемой церкви. Если обманул, будешь сниматься в рекламе у гробовщика посмертно. Живой! Слава путеводному свету! Я вижу, что ты успешно справился с миссией, но ноутбук мне уже ни к чему. Что? Мне пришло уведомление от SEC. Они отклонили заявку. Токены Холли Коин вне закона. Подожди-ка, ты начал продавать токены, не получив ответа от SEC? Конечно же он начал. Он же вообще своей башкой никогда не думает. Теперь, в случае коллективного иска, мы будем должны своим вкладчикам еще большую сумму. А еще SEC повесит на нас уголовные дела, поскольку публичные продажи начались до получения регистрации токенов в качестве ценных бумаг. Нет, мы уже никому ничего не должны. Теперь эти токены не наша проблема. Пойдемте отсюда. От церковной требухи мне нехорошо. Аналогично.
Что? Доставка гениального дельфина.